Что смогли выйти и ряд других игроков, и тот же Калачев, потому что известно, что у них есть незалеченные болячки, и многие игры в этом сезоне, и даже последние, они проводят через «не могу», на уколах. Но в Лиге чемпионов-то. Роман Широкову самому неоднократно приходилось, да, были же проблемы с Ахиллом играть на уколах, но когда Лига чемпионов, да, а, наверное, там все да, это вот это Лига чемпионов, да. Когда слышишь гимн, боль отпускает. Но там Бавария, давайте посмотрим, мы уже сказали, что сегодня не будет Мануэля Нойера, сыграть. Thank you.
What? Oh my God, that is awesome. Кто подрезает?